продолжаем наше путешествие по улице Нахимова в сторону улицы Калараш. Кто не подписался, подписывается. Кто подписался, подписывает друзей. В общем, не теряем время зря. Вот я стал замечать, что, точнее, заметил, что здесь знак появился кирпич, то есть движение здесь одностороннее сделали. А вот смотрите, я уже показывал, это улочка Нахимова, проулок или переулок в сторону моря. Частный сектор такой маленький, красивенький. Давайте пойдем еще по нему. Тут не грех показать, тут интересно. Вот. Телефончики, кому надо, записывайте. Все это здесь дается. Какая-то маленькая, ну, можно сказать, несколько грубо, неухоженная Бавария. Вот, то есть закуточки такие красивые, классненькие, смотрите. Балкончики, кондиционер, тут все есть, тут все нормально. Только надо немножечко оккультурить. Спортивная, дом 8, квартира 13. Видите? Очень классное такое местечко. Есть места вот. Сейчас покажем вам телефон, кому будет интересно. Улица Нахимова, 10/6. Прямо на берегу моря. Мы выйдем как раз к тому месту, где я вам рассказывал. Ох, блин, вот они, где мои любимые цветочки. Вот удачно мы зашли опять сюда. Смотрите, еще раз 8 марта всех. Всех дам, мужчины, это не для вас. А там были рыбки. Были и плавают по сей день. Вот они, я их вижу. Янтарная 36/1. Кому будет интересно, посмотрите в интернете. Я думаю, вы не пожалеете. До моря 50 метров. Дворик ухоженный, красивый. Есть хозяева. О, сколько цветочков. Вот этот проулок. Ну а мы свернем, наверное, в этот проулок, так как по морю мы только что ходили. И посмотрим, что здесь. А здесь, как вы видите, Шанхай. Можно здесь сделать и красоту. Сделать цветочка очень много. Просто ничего не надо. Просто цветы. Даже дорожку такую пускай оставят. Конечно, если бы она была выставлена, была булыжником, было бы красивее. Достаточно даже было просто цветов. Классно. Вот мне нравится это местечко. Только чуть-чуть оккультурить. Самую малость. Ну а впереди нас ждет ваша любимая улица. Одна из любимых улиц. Я всегда повторяю для вас улицы, которые выбрал бы непосредственно я, если бы искал себе жилье. Вот, кстати, эту часть спортивную тоже можно к ней отнести. Все рядом с морем. Ну а речь я свел об этой улице, которая тоже немножечко требует ремонта, требует цветочков, но в целом одна из красивейших улиц, спокойных, красивых улиц поселка Ладыжского. Солнце, солнце, ну что ж ты сегодня играешь против меня? Вы знали, какая это улица? Бирюзовая. Вот 10А, все сдается. Все для вас бывало. Вот он домик, красивенький домик. Все там классненько. Вот хороший домик, Бирюзовая 19. Бирюзовая 17 сдается комната. Вообще шикарный двор, посмотрите. Очень красиво. За ним там тоже дома сдаются, комнатки. Обратите внимание, для тех, кто
не просматривал мои предыдущие видео, повторюсь, что вот бирюзовая 10 дома Светланы тоже интересная. Мачмала он растет. Мои любимые улицы в поселке Лазарском — это прежде всего Калараш, улица Павлова, вот улица Бирюзовая, улица Спортивная, улица Нахимова, улица Ушакова. Все эти улицы, которые я перечислил, и я вам постоянно про них говорю, все находятся непосредственно рядом с морем, за железнодорожным полотном. То есть вам не надо будет переходить ни федеральную трассу, ничего. Все рядышком. Море рядом. Парк рядом. Кошки бегают. Дельфинарий даже есть тут свой. Отличные домики. Есть небольшие недоработки, то есть. Ну, чего я не могу сказать про вот Бирюзовая 6/1. Какие тут недоработки? Забор отличный. Наверняка его на зиму просто карбонатом залепили. И качельки, и карусельки, и пальмы, и зелень. До моря минуту. Сейчас покажу, где. Это все, повторю же, это все есть частные дома. Это частные. Здесь живут хозяева зимой и летом. Это не гостиницы. Это частный сектор. Вот сдаются комнаты. Бирюзовая 2. То есть здесь вы можете легко снять себе жилье, забронировать, и будете жить на берегу практически моря. Смотрите, Бирюзовая 1. Отличный домик. А вот он, парк уже. Столовая Фазелис. Все рядышком. Море 100 метров. Ну, раз уж так получилось, зайдем к камелиям. Я вам сегодня уже их показывал, поздравлял вас сегодня. Вот какой-то отважный. Ну, судьба опять привела меня к ним. Тем более у меня над ними шество. О, сегодня работают качели, карусели, парк работает. Вот это здорово. Вот это праздник. Колечко, правда, не включили. Мои подопечные камелии. А вас всех еще раз 8 марта. Да, качельки, карусельки работают. В парке очень много людей. Все гуляют с цветами. Играют дети. Так что чувствуется приближение лета. Ну, конечно, на это все повлиял праздник и праздничное настроение сегодняшнее. Ой, ты ёлки-палки, а, ребята. А как я этого все не видел-то? Смотрите, что тут есть. Опять не с той стороны зашел. Тут вообще дерево камелий. А? Только просьба, товарищ отдыхающий, не рвите цветочки, они все равно завянут у вас дома. А здесь, на дереве, они порадуют вас каждый раз, когда вы придете в парк. Смотрите. Ну все, надо брать под опеку вот эти деревья. Мы сюда еще будем возвращаться, теперь уже почаще. Скоро это все зацветет буйным цветом. И будет очень красиво. Ну, как всегда, у меня заканчивается время. Сын уже запарился. Но ничего, почти.